Всем привет! Сегодня на обзоре глюкофон под номером 597. Настроен инструмент в тональность пентатоника урса минор в ноту ля. Настроен он строем в 432 Гц. Идет здесь гравировочка, солнышко и руны на лепесточках. Давайте послушаем, как он звучит. Давайте послушаем, как звучит руками. Инструмент сделан с лакировкой. Здесь идет цветовой такой градиент. Получается здесь голубые, больше голубых фиолетовых оттеночков. С обратной стороны ножки из натуральной кожи. Ножки позволяют ставить инструмент на твердое. Это защищает лак от царапин и придает звучание. Не нужно никакие подушечки использовать, все и так будет работать. Легкий, компактный, весит всего 1,7 кг, поэтому его можно с собой брать в любой поход. Такой удобный инструмент, не затрудняет передвижение. Такой на сегодня обзор. Всем спасибо за просмотр и всем хорошего настроения.